Идея. Я думаю, что и мы немножко развеялись, ребята получили удовольствие. Поэтому только за, если в дальнейшем они будут присутствовать более, скажем, чаще, чем раз в год. Великолепная команда, перспективная, молодая. Я думаю, что у нее все впереди. Так все, не попал в состав здесь. Кто первый пришел, тот в поле. Последний на воротах. Профессионально играют, очень тяжело, в одну калиточку, короче, раскатали. Нет, будем тренироваться, на следующий год, я думаю, подсоберемся, потренируемся и дадим хороший бой. Нужно проводить и вот такие турниры, как сейчас идет между болельщиками, и, конечно, с руководством, с футболистами хотелось бы тоже играть. Хотелось бы, чтобы такие турниры проводились хотя бы два раза в год. Что это было? Что, так, считается? Можно? Можно.